Здравствуйте, уважаемые зрители Нейромир ТВ. В эфире очередной выпуск программы «Национальный вопрос» с крайне насыщенной повесткой. Как всегда, в студии Максим Калашников, писатель фоторолог и представитель «Родины здравого смысла» и сопредседатель движения «Народный собор» Владимир Хомяков. Итак, сладкий запах страха. Именно так можно охарактеризовать обстановку, царящую в верхах Российской Федерации, после известных событий в Магрибе, то есть на севере Африки, в Ливии, Тунисе, Египте. Продолжение, как мы уверены, следует. Итак, что же мы увидели? То, что верхи РФ начали нервничать. Дмитрий Анатольевич Медведев недавно заявил, что у нас такое невозможно. И что главная гарантия от повторения подобных событий – это создание рабочих мест и помощь российскому исламу. Кстати, Дмитрий Анатольевич, я хотел бы напомнить, что основную массу населения Российской Федерации составляют великороссы а также украинцы и белорусы, то есть русские, они не являются мусульманами. То есть нам очень здорово сказали о том, что, в общем-то, русских можно в расчет не брать. Видите, даже Я, Я бы даже сказал не так. Скорее всего, <coughs> была озвучена совершенно порочная, извращенная позиция нашего руководства, которая гласит так. Пока вы нам не угрожаете, не взрываете, не устраиваете революции, вы нам не интересны. Вот если исламисты какие-то там что-то там устраивают на, в Магрибе, вот да, это страшно. Поэтому надо своих, своих, э, свой ислам, так сказать, подкормить как. Вот, ну, возле, ну, ну, я, ну, я думаю, в этом не нуждается ни сам, ни ислам, ни русский, в том, чтобы подкармливали ислам. Что все подкармливание заканчивалось, э, заканчивается тем, чем закончилось в Чечне. Когда после первой чеченской войны подкармливали Чечню интенсивно, все закончилось второй чеченской войной, как вы знаете. И до сих пор там, воз и не там. Все продолжается. Владимир, ну ведь не только Дмитрий Анатольевич Владимир Владимирович, насколько я знаю, отметился в освещении причин, не так ли? Я да, это, это действительно так. Но вы знаете, к сожалению, это тот случай, когда Дмитрий Анатольевич Владимир Владимирович, они примерно... Э, так сказать, э, на, по одной полянке ходит. Спели в унисон. Вы да, спели в унисон, и отнюдь не, не лучшим образом. Дело в том, что э, подобная страусиная позиция, что у нас такого не может быть, потому что не может быть никогда, э, она, э, скорее всего, э, объясняется тем, что... Как и в случае, допустим, с там, многими, скажем так, не буду сейчас все, все, упоминать, боятся назвать истинного виновника. Потому что давайте не будем забывать, что то, что происходит сегодня в Магрибе, уже перекинулось на арабский мир, уже перекинулось. Уже мы знаем, что и Бахрейн, уже мы знаем, что и Йемен вот. все начинается потихонечку, все потихонечку начинает подбираться. Вот. я вчера специально посмотрел все э, комментарии, все программы, которые ток-шоу так называемые, которые касались обсуждения этого вопроса, и э, сложилась очень интересная позиция. Вот все э, люди, которые представляют так или иначе завязанные на э, Соединенные Штаты, на Запад институты, фонды и так далее, и так далее, все эти консультанты, они в один голос говорят, ребята, ну это же прекрасно, там демократическая революция. Там выросло новое поколение современных людей. Они посмотрели, как арабы живут во Франции там, и так далее, у них есть у всех айфоны там и... Хотя, Айпад, айпады, хотя да. я очень сомневаюсь, что у них там у всех есть, да, судя по тому, как они там живут. Вот. Но тем не менее, у многих есть. Да. И вот они захотелось им того же, им захотелось свободы предпринимательства. Поэтому а мешают всякие там уроды, типа там вот, Мамра Каддафи, которого срочно надо значит, свергнуть по возможности убить. Вот. Чем они, собственно, сейчас и занимаются. Вот. Ну, а другая сторона, напротив, она там говорила, да нет, это все американские прости, то их пытались подать именно как маргинал. Тем не менее, не будем забывать, что существует, никто не отменял такую э, вещь, как доктрину Картера, связанную с термином «большой Ближний Восток». Вот. Сейчас уже об этом стали подзабывать, потому что вроде как Советского Союза нет, но тем не менее. Э, значит, Большой Ближний Восток, это очень такой э, интересный регион. В западной частью это как раз тот самый Магриб, а восточная часть, если кто забыл, это значит, Афганистан, Советская Средняя Азия и Кавказ. Очень интересный такой региончик, такой, расширенное понимание Ближнего Востока. И, и в этом регионе сосредоточены жизненно важные интересы Соединенных Штатов. Вот по данным в 2025 году, по некоторым данным, две трети всей нефти будут импортироваться именно из этого региона. А вот, а вот теперь по поводу важности его говорит такая несколько цифр, я их просто приведу. Вот это вот, это вот бензоколоночка большая такая масштабная. В ней примерно 600 миллионов человек заточено на добычу и поставку в США нефти. Так вот там находится 200 тысяч только американских военнослужащих на постоянной основе, именно. плюс это не считая НАТОвских и не считая частных армий, тех еще 150 тысяч. То есть 350 тысяч мощнейшая группировка находится в этом районе иностранных войск, десяток баз. Находятся порты переоборудованы под прием авианосцев и так далее. То есть, это чрезвычайно важный регион, который никто не собирается отдавать. И как только американцы видят, что правление даже самых верных их, так сказать, холопов, я, конечно, Каддафи к ним не отношу, но Каддафи в последнее время пустил, он сделал все, чтобы быть приятным Западу. Он пустил к себе все компании, западные, наши, там, там и наши есть, и западные, и все. Всякой твари Но памяти. с дьяволом не договоришься. Но с дьяволом не договоришься. С большим сатаной, как большим говорят ислам. Да. Так вот, однако вот и Каддафи не угоним. Как бы я не думаю, что все это было изначально спланировано, но определенные настроения явно подогревались и к ним были готовы. То есть явно от этого реакция, интернет-реакция, всевозможные средства оповещения и так далее, это было не случайно. И я не вижу абсолютно никаких оснований. ведь почему бы это не может быть применено, скажем, в Россия. Вот 1 февраля в самый разгар событий в Египте, обратите внимание, Барак Обама сделал заявление. Он фактически дал отмашку всем. Он сказал, значит, что США против насилия и что он хотел бы отметить профессионализм и патриотизм египетских военных за то, что они позволяют мирно протестовать. Тонкий намек. Ребята, не стреляйте, потом будут проблемы. Далее. Теперь он сказал, я настоятельно советую военным продолжить и далее свои усилия по обеспечению мирных на этот раз изменений в стране. Потом он дал подобные инструкции египтянам как производить эти самые мирные изменения, и сказал, что хочу со всей ясностью сказать народу Египта, и особенно египетской молодежи, мы слышим ваши голоса. И после этого мы будем говорить, что Соединенные Штаты просто наблюдают за процессом. Я думаю, что они меняют, так сказать, старую генерацию, уже таких заматеревших, я бы сказал, диктаторов, на более новую, свежую генерацию, которая будет обязана исключительно им. И которая будет уже один раз напугана, потому что если тот же допустим, в том же Египте люди приходили все-таки к власти, значит, ну, со времен Насера, да, они приходили все-таки сами, а, а это мановением Твиттера. Это, это мановением да, такого мифического мистера Твиттера. Такого, да, они приходят к власти, и получается очень так это самое, зависимый, более чем зависимый режим. Так что не надо думать, что этим все закончится, и наши лидеры абсолютно э, напрасно считают, что это вот сладкий запах. Обычно сладкий запах – это трупный запах. Да, и есть такое серьезное подозрение, что этим, к сожалению, все и кончится. Ну, я могу добавить, что на самом деле надо разделить тему, наверное, на две части. Первое – это, собственно говоря, нервозное состояние наших первых лиц, наших так называемых лидеров. Нет. Потому что на самом деле ведь свергнутый, свергнутый Мубарак или тот же там ну, Каддафи, ну смотрите, авторитарная власть внутри страны, большие счета на десятки миллиардов долларов за рубежом. Тотальная коррупция. Тотальная коррупция. Русловение. Вы знаете, вам, вам это ничего не напоминает. Вот. то есть мы можем сказать, что в любой момент там, тем же мановением Твиттера и в Российской Федерации можно устроить подобное, кстати, не среди мусульман, а среди славян. Просто не кого ни угодно. Букс, даже среди кого угодно, и просто-напросто здесь только так сказать, нежелание Соединенных Штатов создавать себе проблемы с развалом Российской Федерации, их удерживает. И давайте с, скажем о второй части темы: то, что события на Северной Африке были, по сути дела, управляемой революцией, да, управляемой Твиттером, потому что да, в ходе этих революций глупые толпы. Были, как всегда, использованы в роли пехоты для того, чтобы отобрать власть у одной части прежней элиты, и отдать ее. Ну, то, что, что, что в том же Египте. Ведь чему радуются американцы? К власти пришла военная хунта. Да. Не и лишь такого да, отношения но... к конституции. Давайте казалось бы, демократы должны праведный гнев испытывать, а нет, это воля народа. Давайте, давайте откажемся от такого розового либерального взгляда на вещи, что вот там государственная свобода. Никакой свободы там, конечно, не будет. Вот совершенно Владимир совершенно правильно сказал. Что получили протестующие, там борцы за свободу в Египте, Хунту, уничтоженная конституция? генерал сульдмаршал тантау во главе военного совета вот. и соответственно будущий президент будет видимо выбран из нужных людей на нужных выборах выборы будут пройдут так как требуется единственный там конечно такой э, сложный момент это ливия но Ливия, скорее всего постараются расколоть поскольку сейчас уже видно договорились с вождями бедуинских всевозможных племен вот. И э, если Каддафи все-таки будет свергнут, то э, раскол Ливии, я думаю, все-таки не минуем. И тогда с ним еще проще будет договориться по поводу добычи нефти. То есть э, проблема Большого Ближнего Востока будет решена Володь, довольно надолго. Владимир, да вы совершенно правы, потому что, судя по всему, Каддафи они уберут. А что будет вместо Ливии? Ливия до 1951 года не существовала, и такого даже названия-то были всего лишь три оазиса: Фицан, Керенайка и Триполитания. Это край бедуинов этих, туарегов, простите, туарегов-берберов и пиратов. Соответственно, после распада Ливии на этих обломках, естественно, никакой демократии не будет. Там будут сидеть свои отцы народа, которые, которые зажмут так, так кулак на своих там, этих обломках власти, что Муаммар Каддафи покажется еще... Добрым дядечкой. И, кстати, ливийцы еще не раз вспомнили, что при Муаммаре и Каддафе половой, таки, да, да. Да, половой национальный продукт на душу населения был выше, чем в РФ. Что было бесплатное образование, бесплатное жилье. Вот. Естественно, американцам же с лидерами вот этих обломков, с диктаторами этими мини-диктаторами, -мини будет гораздо легче договариваться о поставках углеводородов в ту же Европу. При этом, кстати, если диктаторы новые, э племенные эти диктаторы, передерутся между собой, э то легко можно будет объявить э такой, знаете, международный аврал по поводу спасения активов нефтега... неф... нефтедобывающих компаний со всего мира, которые там находятся. Ну и, например, ввести туда войска ООН для предотвращения кровопролития и гуманитарной катастрофы. Как мы знаем, с этим вообще никогда проблем не было. Как мы понимаем, собственно говоря, берберы на верблюдах с винтовками много против. Эрионосов... Не навоевают. Еще одна, кстати говоря, особенность вот этих так называемых революций в странах Северной Африки, ну и в последующих, видимо, странах. Революционные, то есть революционные массы, как всегда, не страдают избытком интеллекта, они используются просто как пехота. Их просто-напросто разводят, как вы видите, их используют для того, чтобы сбросить старого правителя, уже намазолившего глаза, и чтобы поставить новых правителей. А эти правители, как вы понимаете, будут из той же Макитры, как говорят, точно такого будут. же, но более обязанного. Вот да, все. более обязанный, И они будут страдать тем же, тем же самым. Об этом стоит, кстати говоря, задумываться. Вот. Тем более, что в общем. А, у меня был очень интересный Владимир встреча. Я назову человека, так сказать, нетократом, сторонник нетократии. Вот. Я не записывал этот разговор на пленку, поэтому воспользуюсь по памяти. Он просто смеется, говорит, ну смотрите, мы нетократы. У нас пятый контур психики, мы, у нас есть фантазия, в отличие от этой дурной толпы, мы можем видеть будущие миры, так сказать, воображать, и ставить перед, этим, перед толпой этих идиотов ложные цели, за которыми идут толпы. Мираж. Мираж, Самый вот мы, мираж. мы уже добились успеха, а он, он себя ассоциирует с американским проектом, он говорит, добились успеха в Северной Африке, и здесь, если надо, добьемся успеха. Вот, потому что поставим перед ними ложные манки, и толпы пойдет, а мы будем ими, ими управлять. К сожалению, его слова по примеру, так сказать, Северной Африки, очень сильно оправдываются. Есть еще один важный момент, вы понимаете, что вы абсолютно правильно сказали, что просматривается невооруженным глазом сходство между темы режимами, которые сегодня пали под сказать, воздействием этих самых наэлектризованных толп и тем, что имеет место у нас. К сожалению, тут нельзя не метнуть хороший камень в ряды тех, так называемых, охранителей, которые призывают во что бы то ни стало ради спокойствия и боязни, так сказать, дестабилизации, ничего не трогать, оставить все как есть. Вот, к сожалению, то, что есть, оно неминуемо создает объективные условия для того, чтобы некие внешние силы попробовали через известные технологии повторить у нас магрибский опыт, скажем так. Вот хороший этот термин родился – магрибский опыт, магрибский проект. Вот. Ну, конечно, этого бы не хотелось. И как Владимир в свое время правильно говорил, либо нас ждет, либо вы будете меняться сверху, отлично, либо да. будет Пугачевщина снизу. причем Пугачевщина уже поддержанная Твиттером. К сожалению, это. Твиттерная Пугачевщина. Твиттерная Пугачевщина. Очень да, интересная это... 21 так века. что стабильность ради стабильности уже себя изжила. Тем более, что эта стабильность летит к чертям собачьим. Простите за выражение на Северном Кавказе, который остается все время больной язвой на теле Российской Федерации. Итак, события в кабардино балкарии 18 февраля на визе в Кабардино-Болгарское селение Заюково, неизвестные в камуфляжной форме, оставили микроавтобус с туристами из Москвы и Подмосковья. Люди в форме попытались вытащить из автомобиля сидевшую там женщину, но ее попутчики заступились за нее. Безоружными? Тогда люди в форме расстреляли автобус из автоматов. Погибли Ирина Патрушева, Денис Белоконь и Вячеслав Кара. В Нейской Хвасовской сейчас находятся двое раненых. Отец Дениса Валерий Белоконь и Сергей Ефремов. На экстремистских сайтах появилась информация о том, что будто бы убиты якобы сотрудники спецслужб. Ну, очевидно, этому способствовала фамилия погибшей женщины Патрушева, за которой, собственно, все и началось. Увы, у нас в России становится все более опасно носить фамилию, похожую на э, ну, фамилии так сказать, нашего руководства. Потому что руководство спецслужб. Тем Видите? не менее, Владимир, ведь посмотрите, ребята вступились за девушку. Будучи безоружными, смотрите. Это... это единственное светлое пятно всей этой истории, потому что все остальное, к сожалению, можно расценить как сплошное однотемное пятно. Вот мы хоть увидели, что это простые люди без оружия. Русские ребята полезли защищать девушку от вооруженных бандитов. Причем вдали от дома родного. Вот. К сожалению, сотрудники спецслужб сработали крайне топорно в этой ситуации. Бандитов их было, по данным некоторым, семь человек ловили очень долго с использованием там всех технических средств, включая авиацию штурмовую, нашли якобы какой-то лагерь, вели с ними бой, там э, троих из них убили, а четыре растворились э, в неизвестном направлении. Владимир, я даже скажу так, что на самом деле э, ситуация была еще позорнее. У нас буквально это было 22 числа. Э, соответственно, группа из семи боевиков была э, обнаружена в ходе режима контртеррористической операции, как сообщает газета, в Львовском районе, в нескольких километрах от селения Былым, были замечены вот эти семь человеков-маскалатов. Итак, с ними вступили в бой, подчеркиваю, это семь человек, то есть, бой велся с семью человеками-маскалатами. Перестрелка между боевиками и силовиками, начавшись в местности под названием Октопрак, постепенно перешла в настоящий затяжной бой. Еще раз повторяю, это семь человек, это не дивизия, не полк, это семь человек, затяжной бой. К месту событий были потянуты дополнительные силы правоохранительных органов. Дорогу в Прильбрусе перекрыли. Не образовалась многокилометровая пробка. Бой продолжался несколько часов в наступлении полной темноты. После его окончания выяснилось, что в перестрелке погиб один военнослужащих внутренних войск. А двое, кстати, получили очень тяжелые ранения. Один из один в височную часть головы. То есть были ранены сотрудник ФСБ, два бойца ОМОНа, местного Чувашского и солдат внутренних войск в руки и ноги. То есть, как минимум, один убитый и несколько тяжело раненых. Это бой против семи боевиков. Ночью же, значит, как утверждают, собственно говоря, силовики, боевики заняли господствующие высоты. Семь человек, повторяю. Среди которых был один снайпер. И так после ночи, значит, ночью бой, 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 бой не велся, а на утро их обстреляли из минометов, но они, как нам рассказали, ушли. Они не стали ждать да, утра? Они не стали ждать ушли. утра, они, э, они ушли. Да, потом в лесу был найден, собственно говоря, схрон, э, который, был, оказывается, существовал очень давно, вот нашли его только после боя. Ну, что хочется сказать? Э, но нужно ли больше доказательств той э, деградации? того бессилия, до которого дошли наши силовые органы. То есть, если, как писатель-футуролог, я могу сказать, что всем э, человек, семь бойцов, выдержавших столкновение с крупными силами, собственно говоря, специалистов, спе специалистов авиации. вы знаете, должны были быть Супермен, Бэтмен и Терминатор в одном лице. Вот. А на самом деле мы видим вопиющую техническую отсталость. Да не только техническую, я думаю, и умение. И, во-первых, это, это умение. Второе, если бы на вооружении наших силовиков, а мы говорили о том, мы в этом очень давно, были бы те беспилотники, которые разрабатывают некоторые наши знакомые беспилотные аппараты, которые могут не только отслеживать, но и наносить удары по боевикам ракетами. Если бы были те беспилотники, которые, в, собственно говоря, в КБ Камова вертолетные разрабатываются, то не пришлось бы терять людей, понимаете? Эти боевики были бы настигнуты беспилотными, обнаружены, настигнуты и уничтожены. Вместо этого, как в тридцатые годы, фактически бросают. Да чувство воду. такое, что впереди шла группа участковых, выставив перед собой служебное удостоверение с криком сдавать. То есть, да. это, это, это так называемая силовая операция в Кабардино-Балкарии показывает, что на самом деле наши силовые структуры очень-очень сильно деградировала. Но она показала еще ряд вещей. Давайте вспомним немножко ситуацию. В 90-е годы Кабардино-Балкария процветала за счет туризма, поскольку в Чечне шла война, Кабардино-Балкария была островком спокойствия, где никаких боевых действий не велось, никаких экстремистов не было. Именно тогда, получив первые деньги от туристического бизнеса, руководство стало значит, в угоду так сказать, новым веяниям посылать в исламские университеты своих студентов на Ближний Восток, на арабские страны и так далее. Возвращались они, естественно, в большинстве своем ваххабитами. Что уж тут теперь скрывать. Вот. Однако на это закрывали глаза, пока там в 2005 году не, не произошло известное там, событие, из 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 да. из 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 событие в Нальчике. Мятеж серьезный. После этого власти вдруг обнаружили, что у них чуть ли не в каждом спортзале в каждом там, чуть ли не каждой школе оборудованы подпольные мечети. Началась с ними борьба достаточно серьезная. Видимо, там даже не всех арестовывали, а кое-кто пропадал. Вот. И поэтому удалось как бы тогда сбить эту волну в пятом году. Но уже к восьмому году террор начал опять возрождаться. А в 2010 году он заполыхал с новой силой. В вот, чем убивали чиновников, милиционеров, там, даже знахарей, народных целителей и так далее. Во главе стали те самые э, вахабиты, которых, так сказать, выучили на казенные деньги. Вот. Но самое страшное, что в Кабардино-Балкарии стало э, появляться бытовой такой вахабизм, как норма, понимаете? Э, вот, э, родителям было, в принципе, все равно. У нас не существует альтернатива для той же молодежи. Вот смотрите, у нас молодежь. Либо она э, уходит в какую то секту типа ваххабистской. И там не курит и а не пьет. Или она курит, пьет, подвержена всем соблазнам, ей никто не занимается, она никому не нужна. То есть выбирать приходилось из, не из плохого и хорошего, а из плохого и худшего. И люди выбрали плохое, они выбрали ваххабизм, там, они действительно там не курят, не пьют, они там за просмотр футбольного матча могут выпороть, я понимаю, это нехорошо. Вот, они, значит, да, самое интересное, к чему привело? А привело примерно к тому же, к чему привело, привела инфильтрация за счет бежавших чеченцев в крымско-татарскую общину. То есть там традиционный авторитет старших стал ничем. Имамов обычных мечетей выгоняют в шею. На их место приходят эти вот новые, свежеобученные. Значит, к своим собственным старикам отношение никакое. Их надо вроде как просвещать, а враги, врагов, то есть христиан, значит, надо либо значит, обращать в ислам, либо выгонять Собственно, да, листовки подобные по всей Кабардино-Балкарии уже распространяются Либо принимайте ислам, либо уходите вон Самое же интересное, что этого хабизма нельзя расценить иначе, как прямое следствие политики нашей толерантности, дурацкой Потому что вот в республике, например, абсолютно свободно перемещается масса машин, у которых российские флаги на номерах заклеены черной изолентой. За это никто не ловит, это читается такое, знаете, бытовое проявление национального самосознания. Хотя за такие штучки я бы лично не только машину конфисковывал, а и сажал бы лет на пять. Как за пропаганду межнациональной розни и антигосударственную деятельность. Милиция таких заклеечек не замечает. Вот. Пошла значит, мода на э, такой превентивный кавказский террор против русских. Очень знакомая нам, увы, по русским городам. Она уже, это все уже перемещается к нам. Вот в Нальчике группа подростков нападают на улицах на русских людей, даже на пожилых, валят, бьют ногами. Знакомы, не правда ли? Вот. С криками привет от мусульманской молодежи. Все не заступаются, потому что это не принято. Мальчики это с соседней улицы, не пьющие, не курящие, хорошие, в мечеть ходят. Вот. К чему это может привести, мы видим, потому что это уже перехлестнулось в русские города. Вот мы видим, что сейчас людей начинают просто убивать. Все эти мальчики, хорошие, не пьющие, рано или поздно оказываются на крючке у тех самых обученных в арабских странах, кстати, где сейчас вот все это дело и происходит, значит, ваххабитских лидеров. И рано или поздно они начнут стрелять, и они начнут стрелять там, они уже начали стрелять, точнее, там, и они уже завтра могут начать стрелять в наших городах, потому что никто им не занимается. К ним приписано относиться толерантно, и когда тебя на улице повалят и а будут сбивать ногами, надо э, к этому относиться с пониманием, как к проявлению национальной самобытности и вот такого темперамента кавказского. Владимир, ну я с вами соглашусь, особенно в части того, что на самом деле, а где альтернатива? Ну куда вот современному молодому пойти? А куда? Отсутствует молодежная да, политика. Не то чтобы И в том же стране, в котором мы с вами выросли, при всей недостатке, нам, нам было чем заняться. Нам, нам было где заработать, нам было где сделать карьеру. А у, них, у молодежи кавказской... Молодой трудяга мог поехать студент в стройотряд, заработать очень приличные деньги по сравнению даже со взрослыми. Извините, у нас ребенок, едва пойдя в школу, тут же попадал в орбиту «Октябренок». Пионер Комсомолец. Можно смеяться над этим как угодно, но это система воспитания будущих граждан. Ну, не, хоти, не хотите октября, получить его хабита или ради или бога, или да? Что? Что единственный способ, так сказать, вырастить человека, не опустившегося бомжа там, не пьяницу, не никчемного человека, это занять его чем-то. Если государство этим не занимается, у него якобы нет на это денег. Вот на все есть. Понимаете, у нас миллиардеры плодятся как кролики. В стране. Тем не менее, на молодежь, на молодежную политику денег нет. Давайте скажем честно, никакой внятной молодежной политики в России за последние 20 лет нет и не предвидится. Так же, как и экономической политики, которая могла бы, по... как же и промышленной политики, инновационной и прочего, прочего. Но, Владимир, я бы хотел добавить по поводу кабардино балкарии о возможном криминальном следе. Дело в том, что самый ужас ситуации заключается в том, что туристов расстреляли в том районе, где будет, должен разворачиваться так называемый горно-туристический кластер. Любимое детище Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Владимировича Путина. Вот они хотят умиротворить Кавказ, хотят вложить в него 15 миллиардов долларов и создать там мощную, ну, такую лыжную Швейцарию. Соответственно, расстрел туристов, подрыв подъемника, несостоявшийся взрыв одной из горнолыжных вот этих баз, это просто удар, что называется, в печень такому плану. 15 миллиардов долларов хотят вбухать. И вот есть версия, выдвинутая недавно Еленой Токаревой, которая меня лично, конечно, не любит, но как журналист она все-таки очень сильный человек в некоторых отношениях. Она выдвинула такую версию на основании своего расследования о том, что на самом деле местные власти в Кабардино-Балкарии во главе с президентом Коноковым начали процесс передела земель. Дело в том, что, собственно говоря, горнолыжные вот эти пансионаты, они принадлежат тем или иным владельцам у подножия Кавказских гор. Вот. Кстати, они очень гостеприимны, действительно. Мы, своих знакомых я знаю, они хорошо встречают гостей. Живут они, кстати, не очень богатые, гостей встречают достойно, даже подарки делают. Для них невыгодно расстреливать туристов, они сами бы перебили, бы, да, перебили бы этих, собственно говоря, экстремистов. Но теперь важно согнать их с этих мест, потому что там будет большое строительство, и нужно захватить землю. Есть такая версия, как только говорит, что на самом деле вот этот расстрел был инспирирован некими криминальными кругами, которые хочет изгнать старых, разорить старых владельцев у подножия вот этих ледников. Вот. И, соответственно, чтобы новая группировка завладела там землями, а дальше тогда пойдет дождь федеральных инвестиций, ну вы видите, э, что э, всевозможные такие радикальные исламские настроения и соответствующие структуры экстремистские начинают уже вовсю использоваться чисто криминальном переделе собственности. Все? Мало. Я думаю, это далеко не последний пример, то же самое будет. Распилен От... и откатен, собственно говоря, тоже те же, же самые. Но к чему я это, Владимир, говорю? А ведь Сочи неподалеку. А ведь не, не только. Я бы хотел бы тоже разделить здесь товарищи на два вопроса, на два подвопроса. Первый подвопрос состоит в том, что на самом деле э, установить истину, что происходит на самом деле э, в экономике бардина балкарии как, кстати говоря, в Подмосковье, где разворачивается скандал с крышеванием горного бизнеса, может быть очень легко. Существует та самая причина, о которой мы столько говорили с народным собором, с, с, с динамического консерватизма пригласить на беседы президента Кабардино-Балкарии, а также, может быть, некоторых подмосковных товарищей, собственно говоря, в интересные центры для допросов, где под комнату замаскирована камера томографа. Мы прекрасно, уже ученые знают, какие зоны головного мозга начинают возбуждаться, когда человек лжет. Применить также еще, собственно, психозондирование покойного Смирнова, и ты доподлинно установишь, что на самом деле происходит в Кабардино-Балкарии, что происходит в Москве. Я подозреваю, что это... многое известно, и многое просто знают, но используют. Но Сажи? нет опричины, это и, само... да. это и само сообщество честных людей, потому что некому расследовать все это, потому что все, все заменяется работой. На заказ. Ведь вначале под полиграф следует посадить первых лиц государства. А кто же позволит? Ну да, кто рискнет сесть под полиграф и сказать, что он стопроцентно честный. Поэтому, собственно говоря, наша концепция опричины, как все-таки ордена или когорты стопроцентно честных русских патриотов, русских людей-патриотов, остается очень-очень жизнеспособной. А второе, вторая тема, вы правильно сказали, Владимир, Сочи. Сочи, сочи, вот, сочи так же, вот так же сейчас вбухают миллиарды долларов. Я, а я, я вспоминаю в этом по поводу Сочи. Вот давайте вспомним. По-моему, в Грозном два раза злые боевики минометным обстрелом уничтожили только что восстановленный вокзал. Вот. По одному случаю я даже знаю. первый случай, по-моему, делали местные строители. Вот. И были серьезные подозрения у руководства, что на самом деле просто все строимотериалы ушли на сторону. А, так сказать, минометный обстрел потребовал, чтобы скрыть следы преступления. Второй раз привезли русских строителей. Но вот э, очень интересно мне рассказали историю, э, как говорится, лично я там не был, но вот рассказали такую историю. Что к строителям приехали добрые, хорошие ребята на джипах, э, бородатые с автоматами. И пригласили э, на месте, вместо того, чтобы заниматься нудной стройкой, погасить в родном селе, в родовом селе где будет еда, питье, праздник каждый день. Э, вот. И потом будет получена зарплата. Они, естественно, не стали возражать, как люди, которые хотели жить и вернуться. Вот. И месяц где-то там они жили прекрасно. Через месяц они вернулись и. Переса... И узнали, что они восстановили вокзал. Чтобы, вокзал да, уже... Они знали, что вокзал восстановлен, да, но перед самой сдачей его опять-таки разрушили злые боевики. Я серьезно подозреваю, что, значит, правильно ли эта история или нет, я ручаться не могу стопроцентно, но. Совершенно очевидно, что некий форс-мажор в отношении Сочи, скажем, отмена Олимпиады в последний момент ну, в связи с возросшей угрозой терроризма может являться очень хорошим прикрытием, хорошей темой для того, чтобы забыть, куда именно делись 12 миллиардов отпущенных на это дело бюджетных рублей э, извините, долларов а также огромные частные инвестиции, которые туда люди вбухали. Вот. Очень может оказаться, что это и есть домовое такое прикрытие. Владимир, да боже мой, это же прекрасный бизнес. Освоить столько миллиардов, а потом нанять каких-нибудь отморозков, которые устроят какое то новое домодедово. Ну, погибнут десятка-два иностранцев. Ну, что они стоят их жизней против стольких освоенных миллиардов? Кстати, очень Вероятный сценарий. А, кстати говоря, уж коллег, завершая тему Северного Кавказа, хотелось бы сказать еще об одной вещи, об еще об одном аспекте. Вот в Кавказ сейчас он вкладывается, будут вкладывать 15 миллиардов долларов, там будет создаваться мощный кластер, чтобы преодолеть нищету безработицу. Хочется спросить у наших верхов, а где аналогичные кластеры? В Рязанщине, в Владимирщине, в Суздальщине, в Приморье, в Новосибирске. Почему мы видим, что идут вложения только в Кавказ такие масштабные, но в русских землях подобных кластеров, конечно, я не имею в виду только, собственно говоря, горнолыжные вещи туристические. Есть еще промышленность, есть наука, есть сельское хозяйство, но, как видим, наша власть делает это только для Кавказа. Ну, может быть, еще идет суррогат, некий футбольный чемпионат. Но вообще, ребята наверху, они достаточно будловатые. Для них, видимо, вся экономика сводится к лыжам, к футболу. На самом деле существует... Кстати, очень... я не исключаю, что очень вскоре начнут взрывать где-нибудь в районе футбольных стадионов. Это, кстати, тоже вариант. Но я... Это будет сигнальчик к тому, что наша версия имеет под собой основание. И вот, я к чему говорю, Владимир, что на самом деле, делая такой гипер поклонные в сторону Кавказа и только там создавая кластер и вкачивая туда огромные средства, они вызывают раздражение в собственно, самих русских. Основной, основной доли, основной массы населения народа в Российской Федерации. Это что ж такое? Это получается Кавказа Приоритет, а мы будем погибать за 5-6 тысяч рублей в месяц, влачить счету и не развиваться. Между прочим, есть куда, так сказать, более разумные вложения. Я напомню, что такой прецедент уже был в нашей истории, значит, это было, многие уже, наверное, забыли, поскольку сейчас с учебниками истории плоховато. В чем стояла суть конфликта между Хрущевым Никитой Сергеевичем, называемой антипартийной группой Маленкова-Молотова-Кагановича? Дело в том, что Молотов и компания настаивали на приоритетном восстановлении после войны сельского хозяйства средней полосы России, где... В то время, вот в 50-е годы, еще пахали на людях, даже не на лошадях. Просто не, было, не, не на чем было пахать. Тем не менее, Хрущев был настроен на то, чтобы развивать целинный проект. И туда брошены были колоссальные средства, настолько колоссальные, я занимался немножко этим вопросом, что из других областей России посылались специальные бригады, которые втихаря разбирали на запчасти брошенные тракторы. Там тракторы просто бросались, ломался, потому что присылали новые тракторы. В то время, как я повторю, в центральной России пахали на людях в этот момент. Я подозреваю, что э, урок не впрок. Хрущева, конечно, за это дело потом здорово поругали, э, но э, видно, так сказать, для нынешних правителей... Это да, не стало хорошим да, уроком. Да, конечно, Владимир, получается, что русских опять смотрят как на статус, которым можно не считаться. Вот, то есть, Хрущев-то умер от дела его. Плюс отсутствие экономической политики, простите меня, которая сейчас есть. Безусловно. Поскольку... Я... Да, 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 друзья мои, мы переходим к следующему вопросу. Вы знаете, действительно, скоро весна, придет конец холодам, и вот так вот незаметно, Владимир, приходит конец модернизации. Дело в том, что на прошлой неделе... Ну, почти завершился конфликт между Минэкономикой и министром финансов, министерства финансов во главе с несменяемым, непотопляемым министром Кудриным. Дело в том, что премьер Владимир Путин принял сторону Кудрина, а, собственно говоря, спор шел о путях так называемой модернизации. Напомним суть конфликта. И о бюджете. Да, и о бюджете. Это очень тесно связанные вещи. Итак, таким напомним суть конфликта. Минэкономики выступила против Минфина. Минфин, выступил, Минфин ратовал за предоработки стратегии так называемой 2020 плана Путина, за сырьевой путь развития и бездефицитный бюджет. То есть, что... дефицитность достигалась за счет, за счет сокращения социальных программ. Первое – за счет сокращения социальных программ, замораживания э зарплат госслужащим, пенсии, повышения пенсионного возраста, за счет больших налогов на бизнес. То есть, удерживание... Отказ от закупок вооружения армии. Да. И самое главное, что я считаю, за счет замораживания государственных проектов по строительству инфраструктуры, поскольку частый бизнес инфраструктуры. Вполне бухгалтерский подход. Да. Вот. Что, в общем, обрекает нас на просто физическую деградацию и гибель, на... потому что так сказать, просто это называется за застегивание петли, петли на шее, потому что нечем поддерживать, собственно говоря, нерождаемость высокую, не давать ни на что рабочие места, а самое главное – Частный бизнес никогда не будет строить инфраструктуру. Ну, если бы вы рассчитывали на частный никогда. бизнес, то вот, Транссиба, например, бы не было. Царь строил уже казенный счет. А бизнес Пока проходил... Да, начинал, бы... да. Во всех странах инфраструктура все-таки строится за государственный счет. Но именно экономика. А что делал Минэкономики? Минэкономики, если это, собственно говоря, огонь, то Минэкономики предложила полымя. То есть хрен или, или, там хрен. Те зоны предложили, а вот эти каторгу. Минэкономики предложил так, считать так, что в противоположность Кудрину надо разрешить сделать дефицитный бюджет в размерах 2-3% ВВП и каждый год примерно занимать 20 миллиардов долларов. Тогда, вот, мол, у нас, возможно, будет высвободиться, собственно говоря, средства для инвестиций, ту же инфраструктуру, не надо будет давить налогами бизнес. И так далее и тому подобное. Но в данный подход плох тем, что ты попадаешь в долговое рабство, что ты в этот год занимаешь 20 миллиардов, на следующий год еще 20 миллиардов долларов, еще, 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 и в конце концов у тебя начинают проценты съедать все остальное. И здесь я, собственно говоря, не верю никаким расчетам на экономике. Да. Хрен редкий не слаще. Хрен не слаще. Но, Владимир, в чем причина такой вещи? Оба этих варианта, они обходит молчанием, пытается оставить один вопрос. А, о чем, ну, о чем говорим мы с вами? О том, что деньги на развитие можно взять только конфисковав деньги у, собственно говоря, награбленные у крупных паразитов. Разумеется. Вообще, я считаю, все разговоры о том, каким может быть, может быть дефицит бюджета, на что значит, кормить пенсионеров и так далее, это не стоит все разговоры, не стоит выеденного яйца. Простите меня, страна, где число миллиардеров, в том числе долларовых, растет не по дням, а по часам, просто устроено неправильно и несправедливо, если у одних деньги есть, а других, другим нечего кушать. Простите меня. Мы прекрасно знаем, что в стране фактически существует отдельная такая рублевская нация, как мы ее называем, которая бесконечно далека от проблем всей остальной страны. И совершенно справедливо было бы и разумно, и понято народом, если бы проблемы страны стали решать за счет тех, у кого всего много, а не за счет урезания социальных программ тем, у кого и так практически ничего не осталось. Есть очень... У нас есть очень четкая программа, друзья мои. На самом деле существует класс паразитов, которые не являются ни бизнесменами, ни предпринимателями. Они чистые трутни, они чистые клопы, кровососы. Они вытягивают, собственно говоря, средства из экономического организма. И вполне, в, вполне допустимо просто взять эти деньги. Но на это не хотят ни идти ни Минэкономики, ни Минфины, припнувших к нему Путин. Есть второй резерв – это сократить совершенно ненужные затраты, типа тех же вот футбольных, но чемпионатов и олимпиад, ну чемпион... да, простите, тогда да, с чего же пилить? Да, 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 чего пилить? Ну и об этом молчат и Путин, и Кудрин, и Минэкономики во главе с Набиулиной. Они уходят в ответ на вопрос Наша же программа: программы. Вменяемое, экономное, эффективное государство в режим национальной экономики нет всем ненужным затратам. А здесь об этом молчат. И обрекают нас фактически... А затраты не нужны, чем на чемпионат мира, на трассу формулы 1 и на Олимпиаду. Я могу представить себе... такой Добавить сюда еще сам Метатес, собственно говоря, на Дальнем Востоке. Это еще 13 миллиардов долларов, которые тоже затраты не пришли Кабули хвост. В то время как мы можем потерять курилы в случае конфликта. Вы знаете, вспомним, что 50-е годы, товарищ Сталин даже и помыслить не мог чтобы потребовать себе проведения олимпиады или чемпионата мира по футболу я думаю просто у страны не было денег тратили на другое тратили на выживание на восстановление инфраструктуры может быть поэтому ее восстановили такими э, поразительными темпами которых сейчас теперешняя экономика просто не знает как же они намереваются выкручиваться а вот э, в качестве одного из примеров могу привести то что ожидает нас совсем вскоре э, вы наверняка читали э, всевозможные антиутопии по поводу э, восстановления такого режима сверхтоталитарного тотального контроля над личностью человеческой. Так вот, к сожалению, есть некоторые, скажем так, основания говорить, что именно такой режим и пытаются тем или иным способом вести в России. Что я имею в виду? Начнем с того, что через ряд всевозможных анкетирований, паспорт школьника и так далее, пытались через детей собирать сведения о родителях, собирать досье на каждого из нас, на каждую семью. Следующим вариантом было, был скандал, как вы помните, с Тургалеевым, когда его уличили в том, что участковым велено было собирать, опять-таки, досье на каждого человека. После того, как общественность была проинформирована, что 24-я статья Конституции запрещает сбор какой-либо конфиденциальной информации о человеке без его согласия, пошли на то, что в школах под угрозой отчисления учащихся родители заставляют подписывать разрешение свое, собирать о них любые сведения и, более того, использовать их по усмотрению собирающего. То есть, все равно как. Скажем, налоговой инспекции рейкету продать. Ради бога. Все можно. 24-я статья Конституции отменяется. Вот. И вот, наконец, следующее средство, следующий эпизод, который вполне может быть, быть отнесен к созданию системы этого самого тотального контроля. И действует по всему навязчивое и проводится с разных сторон. Не мытьем, так катаем. Московская городская дума 9 марта будет, ну, по нашим данным 9 марта, будет обсуждать закон, уже, по-моему, даже чуть ли не во втором чтении. О э, введении единой электронной карты. Это вот то самое известное из фантастических антиутопий. Э, первый шаг, так сказать, к э, тотальной чипизации населения, когда единая электронная карточка заменяет собой паспорт, медицинские всевозможные документы, полис счета, поскольку через нее будет проводиться оплата счетов и так далее, и так далее, и так далее. Несомненно, что круг задач этой карты будет расширяться очень быстро, и когда она станет единственным платежным средством, средством идентификации личности, средством уплаты налогов, средством, не знаю, общения с милицией, с кем угодно, вот. Мы увидим, что уже сейчас, сегодня говорят, что достаточно просто влезть в эти банки данных, там элементарный хакер может это сделать. Во-первых, будет злоупотребление с этими картами. Во-вторых, они будут теряться элементарно. Пожилые люди будут их просто элементарно терять. Ими можно будет воспользоваться. И, наконец, рано или поздно скажут, защитите нас. Сделайте так, чтобы мы эти карты не теряли. И тогда та самая дикая сегодня идея обживления какого-то микрочипа, который заменял бы эту карту. Ну, вполне логично. Вполне логично. Этот... Для спасения стариков и детей она будет э, значит, проведена. Нет. После чего каждый из нас станет подконтрольным э, человечком, которого можно конечно контролировать его перемещение, его траты, его контакты и так далее. А в случае чего? Уж вы меня извините, самые э, отъявленные пессимисты говорят о том, что в случае чипизации населения его можно будет вследствие какой-то ненавязчивой технической ошибки уничтожить одним днем просто взять вот 100, 100 миллионов человек умрут в один день из-за ошибки пьяного программиста Сидорова Например. ну может быть может быть и не умрут а может быть выйдет какой-то вирус и того, а может быть да психическое все, заболевание. все захотят что-нибудь сделать да там я не знаю проголосовать при... за нужного или сдаться. Да, <laughs> или сдаться кому-то <laughs> за нужного кредит, или сдаться кому-то. Конечно, это все сегодня выглядит достаточно фантастично, <laughs> но не будем забывать, что такие передовые наши э, либеральные технологии, как авторы пресловутого форсайт-проекта, одной из э, задач своих ставят чипизацию детей, якобы для улучшения <laughs> образования. Все один к одному. Тем, тем не менее, аусвайсы вводятся, если учесть, что Москва это 10% населения, то уже отхватывается солидный кусок. Ну что ж, друзья... Продолжим борьбу, собственно говоря, с электронной аусвайсизацией. Тем более, что, в общем-то, первые успехи... Аусвайс полицай вам ничего не напоминает, да? Тем более, что первые успехи гражданского такого русского национального общества на лицо. Вот наша компания, не только наша, а общая компания против так называемой реформы образования уже дает свои плоды. Вот Фурсенко сегодня выступил в «Комсомольской правде» так, с осторожной статьей о том, что стандарт образования, который уже, по-моему, не ругал только ленивый и не разнес по кочкам, вот оказывается, он с ним будет это осторожно его будет вводить, пересматривать. Тем не менее, это признание того, Максим, что… Я, говорит... я, я тут должен сказать по поводу, чтобы никто не испытывал особого энтузиазма по поводу этих заявлений господина Фурсенко, потому что за вопрос может ставиться только так, годится ли предложенный подход сам по себе в качестве основы для обсуждения? Потому что, вы знаете, такой старый еще с времен КПСС известный принцип. Что-то принимается за основу, а потом там меняются местами абзацы, меняются слова, там, вводят, скид, запятые ставятся. То есть, идут незначительные доработки. Вот мы ни в коем случае не должны с вами допустить, чтобы за основу был взят проект Форсенка. Он, в принципе, неверен, поскольку в его основе лежит порочная система, которая говорит о том, что образование – это оказание платных услуг для повышения стоимости человеческого капитала на рынке труда. Вот, собственно, его подход. На нормальное же образование в России всегда заключалось формирование грамотной личности, которая была бы общественно полезной. Вот именно это и должно ставить в основу образования. К сожалению, сегодня этого не происходит. Я хочу добавить, что на самом деле так называемая реформа образования сводится к так называемой ранней специализации наших учеников, чтобы… Чем раньше, Чем тем раньше, лучше. Чем раньше, тем лучше, хотя дети специализироваться, конечно, не могут. А вот зачем это... человеку сантехнику знать, какую форму ну, имеет да, земля? Зачем? зачем сантехнику имеет землю? За какую нет. земля? Но я, кстати говоря, хочу, проц... хочу обратиться к историческому документу, написанному Владимиром Ильичем… Ульяновым Лениным, которого трудно обвинить в любви к русскому народу, честно говоря, политик он достаточно жесткий, вот. но тем не менее тема реформы образования. Достаточно актуально звучит его в его трудах. Я хочу процитировать его записку, написанную в конце 1920 года, то есть 91 год назад. И так тогда речь шла, о, тоже о реформе образования, но только в нищие еще советской России хотели вводить, собственно говоря. Школу, Я бы сказал не нищие еще, а тоже нищей. Тоже нищие, вернее советская. Да, но потом оно, потом все-таки положение выправится. И так. Против чего протестует Ленин? Против тогдашней реформы образования. Первое, пишет Владимир Ильич Ульянов Ленин, избегать ранней специализации, разработать инструкции об этом, расширить во всех профессионально-технических школах общеобразовательные предметы, то есть физику, химию, то, что пытается ликвидировать Фурсенко, собственно говоря. Вместе с географией да. и историей. И да, «Составить программу по годам, ввести туда общеобразовательные предметы», говорит Ленин, и у него в скобочках замечание. «Если таких программ еще нет, то повесить Луначарского, то есть наркомата-министра наркомата, по нынешнему просвещению. Вот бы хорошо, чтобы мы увидели Дмитрия Анатольевича, повесить Фурсенко, если нет». «Безусловным заданием, пишет Ленин, поставить немедленный переход к политехническому, то есть научно-техническому образованию, или, вернее, немедленное осуществление ряда доступных действий сейчас же шагов к политехническому образованию. То есть посещение электрических станций, лекции с привлечением лучших специалистов, ученых, физиков, профориентация. Паров... агрономов, Тогда от... инженеров. время это называлось профориентация. И вот очень интересные слова. Это архиважно. Мы нищие, нам нужны столеры, слесаря. Тотчас, безусловно, все должны стать столерами, слесарями и прочее. Но с таким-то добавлением общеобразовательного и политехнического минимума. Задача школ второй ступени – дать вполне знающего свое тело, вполне способного стать мастером и практически подготовленного к этому столера, плотника, слесаря и так далее, с тем, однако, чтобы этот, в кавычках, ремесленник имел широкое общее образование, знал минимум основы таких-то и таких-то наук, указать точно каких. То есть уже тогда люди понимали, да. что узкий специалист никуда не годен. Например. Нет, но при всем негативном отношении к Ленину нельзя не сказать, что он тем самым взял лучшее из существовавшей… Ранее до него система образования и, в принципе, именно тогда закладывалась советская система образования, которая э, призна, была признана лучшей в мире, у нее учились. Вот. То, что пытаются сделать сегодня, безусловно, является, ну, скажем так, ликвидационной комиссией отечественного образования. Вот. И э, мы должны это прекрасно понимать. Поэтому э, вопрос сегодня стоит не о том, э, как так или иначе поменять э, местами слова в том или ином абзаце концепции господина Фурсинка. Мы должны понять, что концепция эта неверна в принципе. И выступить против нее. Мы должны не допустить, чтобы такие судьбоносные решения принимались узким кругом ограниченных людей, как говорил mm -hmm. Райкин. Вот. И э, по возможности, э, я думаю, должны представить через общественное обсуждение некие альтернативные подходы уже на уровне концепции. Изначально построенный на песке дом, как библейский текст говорит, что дом построен на песке не устоит. К сожалению, концепция сама закона и реформы образования по форско... Негодно в принципе. Это дом на песке. Из него нельзя выстроить значит, ничего, ничего путного, даже если очень захотеть использовать самые современные материалы. Таким образом, дорогие наши телезрители, борьба продолжается. И дым Северной Африки не должен застилать для нас вполне русских вопросов которые решать придется не кому-нибудь, а нам. Причем решать придется вместе, сообща, в общей работе. А работа эта кропотливая. Таким образом, тема будет продолжена. До следующих встреч, дорогие телезрители. Всего вам доброго. До свидания.